Да, Биенналь Манифеста имеет под название «Европейская биенналь современного искусства». И с нашим порывом оторваться от пуповины Евразии, вернуться в Европу и яростным препятствованием тому не поехать на 10-ю манифесту, не понюхать, разузнать, что да как, было бы неразумно. Тем более, что содействовали моей поездке европейские, австрийские коллеги, арт-критики. Да, в рамках самой биеннале меня, как украинку, встречали с сочувствием и сопереживанием. Однако о самой манифесте, Эрмитаже да Петербурге в следующий раз. А начну я традиционно с «My Favorites». Мои улюбленцы. Это три инсталляции. Это то, что способно вызывать ощущение чуда. И не только как это сделано, но и гаммой чувств и мыслей. Все три, кстати, женские. Карли Блэк, Доминики Гонзалес Фёстер и Анны Вероники Янсенс. Карла Блэк, Шотландия. Она создает инсталляции из таких эфемерных и бытовых расхожих материалов, как, положим, стиральный порошок. Но как он искрится, как снег, чарует. А учитывая летнюю температуру в 5 градусов по Цельсию, то для меня еще и актуальное искусство. Доминик Гонзалес Фёстер, француженка. Она увеличила батистовые платочки до размеров театральных декораций. И это работает.
химические опыты, даже оптика, химические опыты Анны Вероники Янсенс, Бельгия. Это просто чудо. Хотя проход по прозрачной лестнице генерального штаба то экстрим чистой воды. Я, к примеру, гуляла, усмиряя свои страхи. Пару раз получилось. И еще две инсталляции Брюса Наумана и Вадима Фишкина. Обе, с позволения сказать, спиритуалистические. Вначале Брюс Науман. О, Брюс Науман. Еще во время моей учебы в Германии я находилась под сильным впечатлением от его творчества, его видеоарта. На манифесте художник представляет инсталляцию,
который называется «Картографирование мастерской». Ни в коем случае Джон Кейдж. Который воспроизводит сцены ночной жизни в галерее художника. Ибо он считает, что всякое действие, совершаемое художником в мастерской, есть художественная деятельность. В Петербурге автор предлагал садиться в кресло и кататься, тем самым ощущая, каково это пребывать в его мастерской. Вадим Фишкин, Любляна, работает с космогонией, с теорией света. В своей инсталляции «Скорый день» он действительно ускоряет течение времени. И человек, пребывая внутри его инсталляции, может пережить восход, рассвет, закат, тьму, не покидая ее. Таким образом, время формируется через светолучи. Инсталляция Вадима Фишкина строится на астрономическом течении времени. Но автор хотел бы отослать 250-летней истории Эрмитажа, показывая течение времени за 2,5 минуты. Какой странный эффект. Какой странный эффект. Ну ладно, посмотрим.